Добрый день. В этом видеоотзыве я хотел бы поблагодарить Анну Рохас, тренера и карьерного коуча из Биоакадемии, за проведенный со мной МОК-интервью, который помог мне успешно пройти собеседование на позицию системного аналитика. Меня зовут Сергей, последние 3 года я работал на второй линии поддержки и готовился начать карьеру аналитика. Недавно я получил приглашение на позицию старшего системного аналитика. И так как последний раз я был на собеседовании лет 7 назад и имею мало опыта в данной сфере, я решил обратиться за помощью к профессионалу. Анна дала мне рекомендации и задания для подготовки к нашей онлайн-встрече. На консультации мы обсудили наиболее сложные моменты, которые встречаются на собеседовании. Анна провела интервью, выступив в роли работодателя, проанализировала мои ответы, указав на ошибки, и дала рекомендации по их исправлению. Также я получил исчерпывающие ответы на интересовавшие меня вопросы, научился писать истории успеха и рассказывать их. Хочется отметить индивидуальный подход Анны и большой опыт в данной области. Она смогла быстро вникнуть и оценить ситуацию, в которой я нахожусь, мой уровень и требования к новой вакансии. А также на основании этого дать советы и подсказки, которые помогли мне пройти собеседование. Это неоценимый опыт, который не получишь, просто посмотрев семинар или прочитав статью. Тщательная подготовка к важному событию – залог успеха. И она станет вдвойне эффективнее, если вы воспользуетесь помощью профессионала. Удачи вам на собеседовании!